ипподроме в Барнауле. Через 15 минут начнем тренировочку. Я уже прокатился, посмотрел, что для ребят приготовил Ваня. Разгон, конечно, будет космический. Много кто обосрется просто и спишет свои тачки, блин. Я за вас прокачу. Кочки, наверное, спилятся в процессе тренировки. Там машин 40 приедет, если все в порядке, подсбреют это все дело. Перепады высот, все в лучших традициях. Здесь у нас D1 фуникулер присутствует с опцией лежмента. Вот, короче, конфиг очень-очень такой сложный, я бы сказал. Ребятам придется попотеть, поработать, чтобы нормально промчать и не убиться. Брустеры-то такие бодренькие, я бы так сказал. Короче, ждите новостей. Скоро будет мясо. Что за дрифт Нива? Ну, вон какая-то Нива там стоит. Вот уже ребятки подтягиваются. Два участника у нас сегодня. Да не, ни хрена, вон они. Сейчас даже будет ленд-нивер дрифтовый, похоже. Ждем. Ну, короче, сейчас поедем со спецурой, с топовым пилотом, проломим по конфигу. Шапку одень, да? Голову с молоду беречь надо. Все, понеслась, короче. Топовый пилот, блядь. В руле. 7000 оборотов за рулем, шалап. Нормально, давай, гаси, блядь. Все, пизда, убрались нахуй. Да, отлично, есть. Я заснял. Нормально. А у нас никто не летит еще? Там летит, поехали. Летит, валим, все, давай, D1 фуникулер делай, прыжок. Откручиваем третью, опа, херенно, блядь. Все, нормально, блядь, ай, блядь, борщ. Ходов не хватило, так бы красиво было. Так, у нас тут, короче, акция, правка мятин без покраски. Все по зазорчикам выставляем. Потом на полировочку и прям на базар тачка поедет. Огонь. Тут где-то это одна металлобаза плачет. Под огрузом поедем. Либо железная дорога была обнесена в тихушечку. А вот уже силовики подтягиваются. Саня Кудинов привез свою четверочку мощную. Двоечка достаточно быстрая на мишлене. Прям звон. Передачи все откручивают и темп имеет. Прям быстрая машина, видно. Уехал Ваня. Батя ракеты, блин. Все, помчали на тесты с Саней. Все, ребята вкатились. Всем все нравится. Тут такая движуха прям. Нормально. Народу много, бабашат пацаны. Всех в основном все получаться стало. Что-то я лишканул, что трасса сильно сложная. Все нормально, Ваня знает, что делает. Да, вот и прикольчик. Живность на трассе, собачка чья-то потерялась, с ошейником бегает, показывает, где клипы, вот как в траекторию попадать. Все. Вот Антоха Жукунов тут гасит, блин, быстрые ребята на мишленах. Ваня сел за двойку Сани, ну, потестить машину. Так, ну вот у нас ДТП, вызываем аварком, какая-то раскладуха в майонез, идем смотрим, что там, экшен. Что-то пошло не так. О, трокерный мотор стрельнулся походу, да, у нас? Сальдоху ёбнули, здорово, все мы. Вот, Давидыч на Алтае. Алё. Крутяк. Можно, да. Блядь, мне-то близко, нахуй, блядь, к этому просто. Да. С боевым там крещением. Так началось, короче, кручение, нахуй. Движение. Каскадерские, да? Каскадерские движения. Красава, блядь. Ну нормально, что это? Заполируется, да? Развал не уехал, мы завтра порыбашить будем. Конечно, обязательно. Брустверь надо подчинить. Поехали. А, да? Короче, забрался на холмик, с которого будем завтра судить. В принципе, конфиг практически весь видно. Оцениваемый участок.
Силовики поехали на мишленах, быстрые тачки. Ой, задевает что-то. Прыжочек вам, эффектненько. Ну это так себе. Тоже красивая четверка с Нива колесами. Тоже темп имеет четверочка. О, да это Тёма у нас Резьбик. Быстрая пушка. Сейчас только будет снимать. Да, ну только-только у нас народ тут рассосался, тут все стучали. Тарахтело, шумели, звонили, орали, блин. Как бы съемка невозможна, и плюс двигатель это такое, знаешь, это, я бы сказал, таинство, которое требует вдохновения, оно ко мне приходит по ночам. Из отряда самоубийц, что ли, блядь? Или камикадзе, блядь, какой-нибудь? Нахер оно надо, блядь? Из отряда самоубийц, что ли, блядь? Или камикадзе, блядь, какой-нибудь? Нахер оно надо, блядь?